22 сентября, летний ветер еще сильнее. Продолжается работа, будем ставить 10-й ряд. Сначала нужно вот это бревно закрепить. Вот тут у меня не закреплено было вчера, ну и это тоже. Вот. Так что вот он я сегодня. Сегодня одной пилой работаю, так что будет не быстро, да мне и спешить некуда. И надо будет вот здесь закрывать, то есть вот следующее бревно, оно уже будет последним для этого окна. То есть там также придется выпилить, там надо будет глубже пилить. Возможно, даже надо какое-то бревно самое толстое выбирать. Посмотрим. Так, и дверь будем закрывать тоже. Вот следующее бревно пойдет. Тоже в нем чуть-чуть выпилить, и все, уже это сплошное будет. Вот так вот. Избушку затопили уже. Вчера тоже затопили. На улице было плюс 10 после дождя. В избушке плюс 32. Так, греем чай на печке. Печка топится. Плюс 28 в будке. Смотрим, как согреется. Так, на улице у нас ветер сильный. Одно бревно положили. Ветер такой, что мох нормально не утыкаешь, не положишь. Вот эту половинку-то еще смогли сделать. А тут просто порывы ветра. Сейчас подождем, стихнет, может, так сделаем. Потом будем дальше делать. Вроде солнышко вышло, но такой ветер. Нормально не поработаешь. Ну что, чай готов? Он минут 20, наверное, грелся тут, да? Больше. 22. Долго. На костре-то за 5 минут можно было. Так мало дров-то накинуло. Ну, может быть. Полон топ-то, так из этого. Угу. Металл попереть. Ладно. Почти. Все, большая щель тут есть, это ладно. Тут вот двух. Все, вот тут 42. Больше даже, наверное. Нам с запасом надо. 42, да? 42. Все. Потом немножко усядет, еще может быть тут пропилим чуть-чуть. Да, это можно легче опустить. Это можно легче опустить. Ну все, теперь можно промазывать. Промазывать, да, это мохом. Вот. Опять пошел дождь. Сидим в будке. Последнее бревно осталось на 10-й ряд. Сегодня его померяем хотя бы. И надо дверной проем выпиливать. Ну что, еще один рабочий день закончен. Верхнее бревно тут пока просто положили. Ничего еще не доделывали. На следующей неделе выпилим дверной проем и можно это бревно закреплять. Пока все остается вот в таком виде. Тут следующее бревно тоже сантиметров 7 запилить. И тоже оконный проем будет доделан. Вот как здесь. Конечно, нужно еще шлифовать будет. Немножко криво. Сейчас уже не стали заморачиваться. Все, помощник тоже уже устал. Так что на сегодня все. Вот такой вид. 10 рядов. Тут бревна уже тонкие остались. Скорее всего, это будут перекладины. На пол, на потолок. Тут еще получше бревна. Тут тоже все наготовлено. Сколько было. Ну, на 2 ряда еще точно хватит нормальных бревен. Может и на 3. Вот. Все. Там уже ничего. Там уже хлам. И тут тоже уже много хламу. Кривые вон всякие. Так что вот такие результаты на данный момент. Все тогда на этом. Всем пока.